Видео, да? Да. Привет всем. Я эндорсер Paist. Самые лучшие тарелки. У меня их много, но хочу еще больше. Да. Еще спасибо. Мне кажется, ну уже много. Ну. Да. Как? Красиво смотрится, да. Черт, поверь. Все для людей. И тарелки, и фон. Пришли на концерт. Ой, глянь, там сколько-то блестит, все здорово, молодцы. Да. Черт. Скажите, пожалуйста, и вот эти два сплэшика тоже для людей? Для людей? Нет, один для людей, второй для нелюдей. Скучно не было, чтобы на Paist можно было послать. Нет, посмотрите, нет. Как я вас продвигаю, давайте еще выслать. Не хватает. Ой, короче, ведь я не знаю. Ну давай, я сама я сделаю. Вот будет работать. Бля, Саня уже железо взял, так молодец. Ну, само как классно смотрится. Ну, ярко все. Красиво. Ну, так лучше видео снимай на то. Да, я сейчас буду. Потому что здесь он, там, по-моему, даже автофокус. Есть, есть, все есть. Да. Так правильно, передача. Где Paist видно? Ну, конечно, очень хорошо. Тут все лучше видно, чем так. И все блестит, и красный фон. Это видео все. А, это видео? Да, видео. Фотку сделать. Сейчас подожди. Давай тебя посмотрим. Только надо аккуратно, чтобы не самодергалось, а то скажешь, что плохо снимал. Смотри. Вот подожди, это самое фон. Давай, не самый шелков смогу тебе. Давай. Дима на маленькой. Нет, это не Макс Долобрат. Это Витин? Это Витин, конечно. Аккуратно, буренько, потому что не держишь. У Вити, да, раз в тысячу фотографий бывают натуральные кадры. Раз в тысячу. Я с тобой согласен. Одна фотка уже. Потому что надо очень думать много, а я плик-плик-плик обычно. Спасибо. Так меня, так я сниму, а ты меня снимешь. Конечно. То есть меня не будет. А давайте он будет вас снимать, а я его сниму в этот момент и вас на тот фотик. Давай, сам захотел. Надо аккуратно лечь. Куда жать? Вот сюда, я понял. Да. Автофокус там все будет, да? А вы меня снимаете? Да, я тебя, а ты меня. Очень интересная фотография. Давайте еще раз. Красиво. Отлично. Ладно, все. Прекрасно. Такие, ну, у нас тут. Ну этот фотик классно снимать, конечно. Лучше. А так, ну здесь же запись идет. Я выключаю, да? Да. Не-не. Подожди. Ничего страшного, я еще буду сам.